А далее наша рубрика «Депутатская неделя». Какие вопросы обсуждали депутаты на заседании по образованию, молодежной политике, культуре и спорту? И какой спортклуб в Академгородке в ближайшее время будет модернизирован? Парк Роев-Ручей в очередной раз попал в поле зрения депутатов. Несколько лет назад, когда он преобразовывался в автономное учреждение, народные избранники активно обсуждали, как будет организована его работа. Сейчас решили снова вернуться к этой теме, чтобы оценить, что получилось сделать, а над чем еще нужно работать. Вопрос о гибели в парке трех жирафов, естественно, обсудили в первую очередь. Депутаты получили подробную информацию о выводах экспертов, известных в стране и мире специалистов-зоологов и ветеринаров, о возможных причинах смерти питомцев зоопарка. Впрочем, помимо этого, депутатов интересовала и в целом деятельность парка Роев-Ручей. Это были вопросы, касающиеся организации парковки, работают парковки, не работают эти парковки, кто их построил. Вопросы касались территории самого парка, что на этой территории расположено, кому принадлежат коттеджи, которые есть на территории парка. Сколько работает киосков, каким образом организована деятельность парка при выполнении муниципального задания. Еще один вопрос в повестке комиссии – оказание содействия спортклубу «Академгородок». На его базе уже больше 20 лет функционирует детская горнолыжная секция. Представители этой общественной организации в свое время обратились к депутатам за поддержкой. Проблемы с арендой помещения могли привести к закрытию клуба, в котором занимались дети. К решению вопроса подключился «Кросс-спорт». В конечном итоге приняли решение создать на этой площадке муниципальный спортивный клуб по месту жительства, заниматься в котором при желании сможет любой житель микрорайона «Академгородок». Необходимые документы уже подписаны. И создается целая сеть клубов. Не просто вот это частное какое-то будет решение вопроса, а создается целая сеть клубов по городу Красноярску, где будут выделены специально люди, инструкторы, которые будут заниматься организацией этих клубов и организацией деятельности в этих клубах. Ну а когда есть человек и есть ответственный за какую-то работу, тогда и работа будет продвигаться.